Всем привет, меня зовут Диана, и я начинаю свой влог. Извиняюсь, что я в очках, потому что у меня очень сильно сонное лицо. Сейчас мы сидим в бизнес-лаунже, ожидаем. В общем, я живу в Индии уже 5 лет. 2 года я не выезжала в свою страну, я из Украины. Познакомься с Терезом. Всем привет. Всем. Кстати, еда нам мне очень сильно понравилась. Мы набрали очень много еды, но в итоге ничего не кушаем. Практически ничего не кушаем. Я вот хлебушек с маслом покушала и все. Терес тоже очень сильно не нравится. Все, встретилась с своей подружкой. Завтра у кого-то день рождения. Кто-то не знал, что я прилетаю, да, что я буду тут. Сюрпризики уже. Все, уже гет открыли. Увидимся на Мальдивах. Нам выдали маски, хотя я думала, что уже масочный режим закончился. Но, к сожалению, нет, нам выдали маски и сказали, пожалуйста, наденьте маски. Честно сказать, мне это не очень нравится. Забрали наши чемоданы, все прошло довольно гладко и быстро. Все, мы уже вышли. Дождя, кстати, нет, хотя я думала, что будет дождь. Потому что по погоде мне показали, что сегодня дождь, и это не сезон. Но, ребят, я вам не сказала, что это не сезон, потому что реально солнце, жара. Вот этой лодочке мы будем добираться до нашего отеля 15 минут. So our hotel has provided this speed boat, or we can say that transfer, how the way you can say. And it's very cute, очень милая лодочка такая, в розовом стиле. Show the look of this boat. Как раз под мой костюмчик с розовой подушечки. Hello. Welcome, darling. How is this? It's beautiful. I also like. You like? Yeah. So, маленьком острове? Yes. Честно сказать, первое впечатление очень хорошее. Фотографии тут просто получаются прекрасными. И давайте пойдем на обед и проверим кухню. The most important view.
Wow. So beautiful. So we have a sitting area. Wow. We have a shower. Мы уставшие добрались до нашей виллы. Вилла у нас на воде. Наши чемоданы уже привезли. А также... О, вау! Открытый душ. Прям открытый-открытый. Ну как вам, ребята? Мне нравится. Даже очень. Давайте посмотрим, что у нас тут есть еще. Мне кажется, самое главное — это спасательные жилеты. Два таких красивых халатика. Наверное, походная сумка. Кофе, чашечки, чайник. Очень даже интересно. Фонарик. Молодцы, конечно, они. Фонарик — это очень важно тут. Сейф, шкаф. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve it. The vlogging starts. It's a day two, and yesterday we just enjoyed the moment and close our phones. But today is going to be a lot of content. Yes, sure, guys. Only for you. Watch out. We'll be right back.
Доброе утро. Доброе утро, ребята. Мы отдыхали 2 дня. Руки к телефону не дошли. Но сегодня у нас последний день на Мальдивах, и я очень сильно хочу вам показать наш резорт. Смешные такие машины для перевозки чемоданов. Также наша вилла последняя, 550, и они не предоставляют транспорт. Погода сегодня замечательная, но не сильно жарко, но мне кажется, ближе к обеду будет просто экстренно hot. Там у нас бассейн, выход на пляж и ресторан. Завтрак, обед и ужин, алкоголь, напитки, все бесплатно. Давайте посмотрим. Вы думаете, красивый вид для фотографии? Сейчас я покажу свою фотографию. И, например, если вы вернулись с пляжа, или у вас ноги в песке, есть вода, помыть ваши ножки. Это очень удобно. Покажу вам бар. Да, так что у нас все включено. Совершенно все бесплатно. Там же кофе. Золотик. Кто не хочет загорать? Бар еще закрыт, потому что сейчас 8 часов утра. Вот так у нас тут за алкоголь и 2 банка. Здесь у нас проходят такие мини-вечеринки. Вчера была открытая музыка. Хотите позагорать, выпить ваш напиток и сделать водные развлечения, лодки, что-то там еще, я вам покажу. It's very hot. It's 8 in the morning. Same like in Dubai. На Мальдивах плюс 40. Обязательно берите с собой защитный крем. Солнце защитный крем. Также тут вечером комары. Лечение. Лодки. Доска также есть. Кстати, плюшки. Получается 50 минут в день. Это бесплатно. Дальше мы можем платить, если мы хотим больше. Получается утром и вечером. Да. Есть спасательный жилет. А мы там будем завтракать. Это тоже. Hello. Привет. Thank you.
ребят, наше маленькое путешествие заканчивается. Отправляемся на самолет.